Так, всем привет, с вами Геймер Макс, и в этом видео у нас будет заключительная часть про BMW M3 E30. Вот, значит, у меня все здесь подготовлено. В общем, одеваем кузов на нашу шасси и идем катать. Так, вот, значит, моя BMW. Это кошка. Она уходит уже. Спасибо. Ну, а мы начинаем делать тест-драйв. Вот, в принципе, как-то так она гоняет без препятствий, а теперь сделаем небольшие препятствия. Так, вот, значит, наша машина стоит, и сейчас мы будем на ней гонять. Ну, как-то так. Попробуем что-нибудь посложнее. Так, сейчас попробуем, значит, проехать через вот эту вот ткань. Начнем. Легко. Прям без особых усилий. Но думаю, если мы поедем без разгона, то она не проедет. Ну, в принципе, попробуем сейчас. Ну, небольшой разгончик был. Но думаю, если так по-хорошему, то она там застрянет. В принципе, проезжает. Конечно, она требует на это большое усилие от мотора, но все-таки она едет. Круто. Так, теперь попробуем что-нибудь еще сделать. Так, сейчас я туда поставил небольшой Finger BMX, и сейчас мы попробуем его убрать, так сказать, с трассы. Ну, в принципе, легко. Ну, в общем, как-то так. А теперь последнее испытание, и мы посмотрим, сможет ли эта машина хоть на чуть-чуть сдвинуть книгу, которая весит 300 грамм. Начнем. Небольшой разгончик возьму. Никак что-то. Так. Да, у нас слетела резиночка. Так, я, значит, все поправил, а теперь попробуем с разгончиком небольшим. 3, 2, 1. Ну, в принципе, может. Ай, врезался. Ну, в принципе, как-то это как-то толкает. Ну, правда, без разгона она, конечно же, ничего не сделает. Вот, в принципе, какая-то такая машинка у меня и получилась. Ну и, в принципе, какая-то такая машинка у меня получилась. Машинкой я доволен. У нее очень удобное управление, удобный вот сам пульт управления мне нравится. Также мне нравится, как она едет, преодолевает препятствия относительно своего размера. То есть, в принципе, машинка хорошая для таких домашних поездок или поездок по улице на ровной поверхности. Ну и желательно на асфальте. Вот. То есть машинка, я этой доволен. И всего лишь вот за такие копеечные комплектующие вы можете сделать нормальную радиоуправляемую машинку. То есть, ну блин, это классно. И вот. Ну а с вами был Геймер Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.